девчонки, я Почемучка. И сегодня мы с вами узнаем, кто в такте животных больше всех. Здравствуй, Почемучка. Здравствуйте, ребята. Все мы видели изображения гигантских динозавров, населявших нашу планету миллионы лет назад. Но самое крупное животное из всех когда-либо обитавших на Земле – наш современник. Это синий кит, длина которого может достигать 33 метра, а вес 150 тонн. Однако этот океанский великан питается только крошечным крилем. Так называется вид морских рачков, похожих на креветки, величина которых не больше обычной конфетки. На вершине головы у кита располагаются носовые отверстия. Когда кит поднимается на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха, у него при выдохе получается знаменитый фонтан из водяного пара и брызг. Мальчишки и девчонки, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!